Казахский язык должен стать языком межнационального общения. Об этом в своем послании говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что язык является инструментом сплочения общества и подчеркнул, что значение казахского языка должно усилиться. Лингвисты страны согласны с этим, а ученый-филолог Ирден Кажыбек утверждает, что если граждане республики будут общаться между собой на казахском языке и сделает его действующим во всех сферах жизни, то он может подняться до уровня международного. Сейчас мы пришли к пониманию того, что нация – это государство. И в Казахстане у нас одно государство, один казахстанский народ и одна нация. Поэтому понятие межнациональное необходимо трактовать как межгосударственное, международное. То есть необходимо казахский язык поднять до уровня международного языка. В-третьих, казахский язык на протяжении многих веков был языком международного общения. Это в период Алтын-Орды, Дешт-Кипчак. Предыдущие эпохи исторические, опыт такой у нас имеется. В перспективе казахский язык, я уверен, он полностью имеет для этого потенциал, должен стать международным языком науки, производства, инноваций, экономики и культуры. Интерес к казахскому языку проявляют не только казахи, но и представители других национальностей. В их числе учитель Олег Свет. Долгие годы он посвятил изучению специальной литературы, привитию учащимся любви к государственному языку и воспитанию национальных ценностей. Работа в данном направлении должна быть продолжена каждым казахстанцем, считает актюбинец. Я считаю, что в каждом казахстанце должно быть прежде всего любовь к родине, к казахскому языку, культуре. Государственный язык достоин того, чтобы стать языком межнационального общения. Достичь такого уровня мы сможем только в результате совместной работы. Каждый должен приложить усилия.